Здравствуйте, подписчики моей группы Киреевск Лайв. Мы сейчас находимся на площади Ленина, города Киреевска. Сейчас выступает первая сударушка. Как видим, дворец потихонечку осыпается, не только сам, но и льдом. Ограждение. Ой, вот так вот перейду я, ничего. Очень, во-первых, мало народу. Это мое субъективное такое высказывание, что народу очень мало. Может быть, реклама, а может быть, еще люди все отдыхают дома. Сегодня Рождество, еще раз напомню. Кто будет на площади, вот осторожно, здесь, видите, снег падает. Первое впечатление, когда пришел на площадь, зачем нам каток Киреевский нужен, если площадь центральная Киреевска вся покрыта льдом. Вот, видите, катаются. На плюшке на этой. Обалденно. Тут песком даже не посыпали. Наверное, не хватило времени им или еще чего-то. Неохота, а грустно веселый праздник, но выходит. Елочка очень красивая в Киреевске. Вот такая вот она. Поближе подойду. Сейчас едется, и это придумали хорошо. 2020, это, наверное, шило. Больше некому у нас придумать такого. Красиво очень. И поставили Деда Мороза такого. Красиво. Только еще раз повторяю. Будьте осторожны. Площадь Ленина вся во льду. О, дети катаются. Вот так вот. Все-таки красиво. В этом году как никогда порадовались люди, что оформлены. Место фотографий. Вот так вот. Красиво. Еще раз покажу елочку. Вот такая красивая. Фигурочка. Люди танцуют, только будьте осторожны. Сплошной лед прям здесь. Это сударушка поет. Сейчас мы пройдемся. Это звездные врата такие красивые у нас. А вот они. Ой, кто это стоит? Илья Петровский. Игорёв. Здравствуйте, уважаемые! Да. Как ваши драгоценные? Хотелось получше, но серьёзно. Какой серый? Белый, чёрный, ещё два. Да? Пришли на концерт посмотреть? А что делать? Ну, у нас выйти. Выйти, да? Вам не кажется, здесь скользко сильно-то, нет? Ну, что делать? А песок уже сыпется. Это все! Это для предпенсионного возраста нашего, да? Идешь и песочком посыпает. Поэтому я не боюсь. Вот наш, видишь, администрация думает, наверное. Что песок-то есть у нас, да? Не только бор. Они все думают о нас, да. В горячих точках мы с тобой растеряли, да? Порох. Остался песок. Да? Ну ладно, я заканчиваю. Вот такая еще раз елочка. Сударушка песни поет. Очень хорошо.